Давайте трейсер. Трейсер, конечно, дикий. Он требует огромного внимания и сумасшедшей реакции, которой у меня нет. Но лучше... Лучше... Фара, жнец, ангел Фара. Дзиньята. Дзиньята хороша, конечно. Хорош, точнее, он, скорее всего, он. Так, давайте от карты я все-таки оттолкнусь. Если мы обороняемся, то лучше, конечно, взять какую-нибудь симметру, а не трейсер. Потому что трейсер в обороне практически, ну, я не представляю вообще как. Давайте симметру возьмем. Хороший герой, она на этой карте. Или красавчика, например. Ну. Но. Давайте симметру. Там просили тоже. У нее ультимейт телепорт. Действует он ограниченное количество раз. Кажется, 6 в данный момент. Фотонный щит накидывается по одному разу на одного союзника. Прибавляет 50 к здоровью. Если для супертанков это пофиг, для той же самой трейсер, то увеличит здоровье с 150 до 200. Это круто. Основная все-таки юзабельная способность — это защитная турель, которая на Life Shift. Устанавливать можно до 6 турелей. Они замедляют, они очень сильно, ну, они дамажат и очень сильно мешают сосредоточиться, потому что у вас там трясется, ну, не мышка, просто появляется неприятный эффект, когда вас этот турель ловит. Ну и, конечно же, основное оружие у него есть, фотон у нее есть. Фотонный излучатель бьет на очень маленькую дистанцию, еще меньше, чем у Зари, кстати. И... А, но урон возрастает со временем. То есть, если держать человека поблизости, то можно продержаться. Ладно, поехали. Ой, ё-моё, у нас оборона уже, а я не успел ни... Короче, пока рассказывал. Твою ж налево. Пацаны меня убьют просто. Я должен был быть уже на точке, стрелять альтернативной атакой и три этих поставить. Ребятушки, может сразу пойти туда? Вот там тоже есть хорошее место для обороны. Да ладно, еще выстоим. А, вот альтернативная атака, кроме всего прочего, хорошо пробивает щит Райнхарда. Если она пролетает сквозь него. Ловушки лучше ставить таким образом, чтобы их не было видно до тех пор, пока противник не зайдет. Так, здесь еще аптечка есть. Хорошая. Вот Рейнхард врывается. Щит выставляет, гад. Тут саппорт, но вроде... Он еще ХП взял. Ну, норм. Минус 3. Капец. 5 киллсов. Вот тебе и саппорт, блин. Да. Так, ставлю ТП сюда. Тиммейты скажут спасибо. Ставим еще... А, у вас первоначально 3 ловушки есть, но ставить можно до 6. В правом нижнем углу вы видите, что... Еще минус 1. Так, Ешечку надо закинуть. Нет, сейчас... Ой, не пригвоздил! Держись, Фара, держись. Да, передержалась. Но он очень плотный, конечно. И здесь не было поддержки ловушек. Телепорт еще сломал. Блин, как он убрал-то меня с молотом? Вон, в левом нижнем углу, смотрите, 3 из 6 турелей. То есть у вас изначально доступны 3 турели, а справа, напротив значка этой самой турели, есть двойка, вокруг которой вертится вот такой таймер. То есть они постепенно еще восполняются. То есть вы сразу не сможете поставить... О, турельки сейчас убили еще кого-то. Норм. То есть я пока бегу, а они уже работают. Очень эффективно выходит. Блин, они сюда идут. Мне нельзя здесь находиться, на самом деле. Да мне даже этот лопух замочит. Надо защищаться. Ну, я уешками стреляю. ТП поставлю. Ну, хотя бы как-нибудь поставить надо его, чтобы поближе бежать. Она очень сильно экономит время команде. Если нормально работает, то... Ну, кажется, мы эту точку отдаем. Воу-воу-воу, полегче. Все, забиваем. Идем защищать вторую точку. Последнюю. Так, здесь достаточно просто. С одной стороны... Ну, хотя нет, здесь не просто защищаться.
И Ешки надо не забывать закидывать. Они уже лезут. Пара сверху. Да как так-то? Откуда солдат-то здесь? Да я не понял. Понятно. Беру хилочку. Хотя бы где-то надо поставить. Хотя бы где-то. Райнхард прорывается. Очень сложно альтернативной атакой выцеливаться. Так, он хилку поставил. Мне нужно желательно заманивать людей к... Так, на нем дебаф по урону. Точнее, баф по входящему урону находится. Где они там? Турелька не откатилась. Защита размещена. Просто простреливаем. То есть, если есть какие-то проходы, через которые они гарантированно рано или поздно будут проходить, нужно просто по КД, если есть свободное время, стрелять альтернативной атакой как раз с целью... Ё-моё! Это была ульта от Райнхарта. Это было, конечно, очень больно. На одного меня эту ульту потратить, капец. Но турели 4 из 6 стоят. Странно, кстати, что они вообще стоят, потому что... Ну, потому что... Сообщение налажено. Сверху жнец находится. Устанавливаю систему защиты. Парки мультует. Сзади, кажись, да, был звук? Вы у меня в прицеле. Так, это Макри. Собственные силы. А, нет, это солдат. Какой Макри? Это солдатовская ульта, на которую я зачем-то тоже полез. Вообще непонятно зачем. Он вообще один в поле взял столько народу поубивал. Толики постоянно спами не по одной, пачками по 2-3. Я спамлю их, ну, как бы стараюсь это делать, естественно, но их желательно все-таки делать в каких-то более-менее разумных местах. Очень хорошо вот сейчас. Макрея ультует. Я не вижу, правда, где. Справа. Короче, моя задача Райнхарта вот так вот простреливать. Воу-воу, больно. Заря в боевую готовность. Зарю взяли. Благодарю. Я не в самых выгодных местах, конечно, ставлю часто. Но нужно их делать так, чтобы... Так, чтобы было очень сложно... Опять солдат ультует. Так, вижу Райнхарда, вижу солдата. Турельки только-только-только... Они, кстати, здесь не могут обойти, да? Кидаем щиты. Ульта пошла по количеству хп от... О, хорошо. Ну, сейчас было очень хорошо тоже. Турели, 5 убийств, серия убийств, найс. О, порталы тоже копит, смотрите, 2 штучки, 1. То есть можно и порталы копить. Это очень хорошо. Я думал, что просто ульта теряется. Так, такая вообще механика я впервые здесь вижу. Ультует жнец, видимо, справа. Так, вижу Райнхарда вражеского. Кстати, турели еще хороши против Райнхарда тем, что щит у него защищает только спереди. Соответственно, если он заходит, а турелька находится над ним, например, да, то он получает урон мимо щита. Ой, больно. Устанавливаю систему защиты. На ком тут щита еще нет? На всех щит есть. А нет, вот нашел кого-то. Мою турель уничтожили. Да, здесь слева тоже могут. Опять Райнхард заходит.
Чардж. Добро. Я не знаю, зачем здесь телепорт ставить на самом деле. Ну, на всякий случай поставлю. Это выиграет буквально секунд 5. Осталось держаться меньше 2 минут. Так, солдат ультует опять слева. Снайпер работает. Ангел там лечит, судя по всему. Короче, нужно находить места такие козырные. Это, безусловно, только с опытом приходит. Я не шарю, где вообще их ставить нужно. Чтобы их, пока ты не дойдешь до самих турелей, убить было практически нереально. Так, Макри ультует. Вижу справа ангела. О, Макри! Справа он был, оказывается, с ультой. Раз. Как он долго выцеливался, ё-моё. И серию с 9 убийств прервал. Это, кстати, может перевернуть. Да. Надо защищать, а как я тут защищу-то? Оглушение, ульта и... Вместе с ним вылетели. Это он зря, конечно. И ульту потратил на меня, и... Но главное, чтобы наши продержались. Опять Макри ультует. Держитесь, пацаны, держитесь. 20 секунд. 28, да. Так, накидываем щит сразу же. Они будут ломиться сейчас. Они будут ломиться. Надо просто расставить... И принимать из... Да, пошел опять Рейнхард. Очень хорошо сейчас залетело по нему. Очень хорошо. Он промахнулся чарджем. Вижу солдат. А, это снайпер зашел. Ну, все отлично. Кто еще тут остался? Тут заменили... ну, короче, эту обезьянку взяли. Победа, в общем, победа. Фархам заговорил. Да... То есть, Симметра, она... О, доезжишь, это я, пацаны. Ну, не в прямом смысле, конечно. Вот самое начало, минус один. Давай, минус один, там минус два. Этого еще, давай, так, и еще, так. Ну, хорошо сыграл. Где плюсы, пацаны? Два плюс... Что за... Нормально. В общем, Симметра хороша. Во-первых, опять же, при дефенсе. При дефенсе, безусловно, потому что ей нужно держаться в одном месте и наращивать количество этих самых турелей. Потому что если меняется постоянно местоположение, то, ну, часть турелей не работает, которые вы где-то там в другом месте поставили, что, в общем-то, логично. Она работает, как правило, ну, более-менее эффективно, если вот сражаться. Она тоже работает на маленьких дистанциях основной атакой. То есть ей выгодно находиться в каких-то закрытых помещениях, угловатых, где есть потолки, где есть какие-то перегородки, куда можно спрятать как раз эти самые турели. С другой стороны, ё-моё, это вольский только атака. И мне, типа, сейчас нужно по концепции брать снова симметру. Ну, для того, чтобы, типа, обзор сделать. Но... Ну ладно, давайте попробуем. Она вообще... О, беда. Это пока твой лучший герой после красавчика, говорит Ангмар 001. Ну, симметра хороша, да. Симметра хороша. Тут, в принципе, от моего скилла ничего не зависит. То есть, зависит от особенностей героя, насколько ты этими особенностями умеешь пользоваться, и все. И у симметры не обязательно... Вот истинный враг. Хорошо целится, то есть туретки делают все за тебя. Но сейчас как я буду ломиться, учитывая то, что у нас вольский. Ну это трындец, просто я... Турели здесь вообще работать не будут. Я их не смогу ставить таким образом, чтобы они были незаметны и противники на них напарывались. От твоего скилла это зависит все, это шутан как-никак. Что за чушь? Тут основной дамаг наносит турелька. То есть ты даже не выцеливаешь противника. То же самое, когда ты играешь за этого гнома с туреткой. Главная там позиция и присматривать за туреткой. Она за тебя стреляет, она за тебя целится и она за тебя кнопку жмет.
Вот, поэтому не все герои здесь требуют эйма. Например, ангел не требует эйма. Че, ты прицепился через life shift к своему союзнику, и все, и питаешь его. Либо увеличиваешь урон, либо... Ладно, я пойду с Фархемом, он прикрывает. Да какая система защиты, Михаил? Что ты несешь? Герой абсолютно неподходящий под... Слушайте, а этот там... Там другая мадама стоит. Заходим, Фархем, заходим! Да, зашли. Да вот, она... Да. Она же. Как я, блин, в прошлый раз играет. Ой, не на того я накинул. Что же делать? Как же быть? Как же подойти, так? Вижу Райнхарта вражеского. Турелька слева находится. Работает. Ну, я щиты накидываю, на кого могу. Захват идет. Это очень хорошо, кстати. Что уже у кого-то идет захват. Оу! Вижу фару. Она ультует. Я ставлю на огнетушитель. По страте. У нас только что зарезались, пацаны. Поэтому я жду, когда... Опа! Добрый день! Вот это я полезен! Там симметра находится внутри. А, нет, это ангел был с фарой. Фархем там зашел, увидел, что там стоят ловушки у врага. Опа, 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 па. Прилетело-то как от фары. Да, я понял тебя. Ну, а что я сделаю? Рейнджа мне не хватает, чтобы до нее достать. Портал сломан. Показалось. Тут еще внутриигровой стелс от Майкера. Да-да-да. Как-то обошел, увидел турельку. Он там... Я не знал, что она там стояла, если честно. О, атакуйте. Ничего себе, вот это новость. Вон их как бесит. Ну давай, стреляй уже, ну. Вижу бастиона сверху. Захватили первую точку. Слушай, на самом деле на вторую точку я полезнее на второй точке. Объясню почему. Справа есть вход, который содержит коридоры узкие, вот с хилки, вот эти вот коридоры. И теоретически здесь довольно часто проходит... Кстати, надо было вот сюда ставить турельку. Вот так вот можно подходить, потихонечку ставить, обосновываться здесь. И, соответственно, заманивать людей сюда. Ой, нет! Ой, все. Хорошо полетело. Не, ну он какой-то вообще. Он причем снес еще две ловушки. две турели. Надо поставить телепорт. Кстати, да, вот еще один плюс. Не успел я ешку нажать. Плюс симметры в таких вот атаках в том, что значительную часть времени вы теряете для того, чтобы просто дойти до этой точки второй. Поэтому я, наверное, поставлю здесь телепорт в более-менее безопасном месте. И... А можно было вообще здесь его поставить. Но немножко аркадненько это. Так, ставлю одну ловушку. Оп, парам-парам-пам! Да, фара умеет так делать.
Причем увидел ловушку, убил ловушку, и после этого... Ой, а где выход-то? Сам ставил телепорт, сам не знаю где. Я нашла их телепорт. Так, одну здесь. Одну здесь. Третью здесь. Я нашел телепорт врага. Нагреваем пушку и бах! Так, ешечка, фара сверху. Я боюсь, что сейчас опять будет залет. Куда я лезу? Куда я лезу? Ну, хотя что-то убили. А-а-а, нет, нет! Да, вот так вот. Отправили меня в свободное падение. Я не знаю, иногда я просто начинаю аркадить, как не знаю кто. И стелс у меня не получается играть из-за этого. Просто иду и... И пофиг. Пофиг, что у тебя саппорт, пофиг, что у тебя пушка стреляет на расстоянии вытянутой руки. Как бы, все равно. Просто надо идти и сражаться почему-то. Забегай, вставь максимум турели на точке. Ну ясно, там надо их ставить еще так, что... Их же убивают значительно быстрее, чем ты их ставишь. Ну я поп... Вон, все, я разместил, она тут же умерла. Как так, я не представляю. Вот, опять. Их нельзя в тупую ставить. Так, фара. Сейчас мне еще на... Да. Да, я в курсе. Ёшки-матрешки. И фара сверху. Так, телепорт поставим снова. Это Фархи меня щитом не прикрыл. Видели? Все видели? Никому тут щит не нужен. Никому. Так, 3 минуты у нас есть для взятия точки. Но это сложный, конечно, в плане атаки карта. Тут обороняться. О-о-о! Тут уже вражеские ловушки. Дожили, называется. Сообщение налажено. Защита размещена. Ну вот я с фарой с этой вообще ничего сделать не могу. Не сделал. Случайно, исключительно случайно. Спасибо, салатик. Ой, там турель. Турель, кстати, тоже хорошо простреливается именно альтернативной атакой. Куда ты лезешь-то, друг? Дикий какой, а? Воу, я понял, был неправ. Я пытаюсь там хоть как-то по... Слушайте, это ж наш! Ультует! Да, тут вражеских турелей очень много. Победа, точку захватили. А, симметрой в атаке. Ну, это что-то невероятное на самом деле. Ну, тут фара должна быть, да. Она очень много дамага нанесла и, скорее всего, смотрим. О-о-о. А, и на меня сейчас, да? Душераздирающее зрелище. Использовано щитов 29% времени. Вот это саппорт уже, 4 пацана. Поддержал ваш канал на сумму 200 рублей. И только так. Привет, Михаил, будет ли третий Русбрейн? Если будет, то когда планируется? Будет обязательно, потому что призовой фонд в 50 тысяч рублей для турнира по Варкрафту уже есть. Но когда конкретно, неизвестно. Меня тут 6 игроков заплюсовали. Приятно, да жути. Когда уже ФУФА? Ну вы издеваетесь, ФУФА идет там... Шло, по крайней мере, каждый вечер на протяжении там двух последних месяцев практически. Столько записей не выложено. Ну, даже те, которые выложены, можно на Ютубе смотреть и просто и смотреть, и смотреть, и смотреть. Давайте оборону. Оборону, какую-нибудь новую карту. Очень такую контакт. Так, неплохо. Неплохо. Ну так, нормально. Главное, чтобы оборона была. Да, беда. Приготовьтесь атаковать. Абсолютно неподходящий герой. Абсолютно. Но ничего не сделать.
По концепции должны наиграть 4 где-то матча, полчасика за каждого героя. Кстати, когда конец фары? Где-то через... Ну, давайте, это будет игра последняя. Это уже третья, получается, по счету. Один раз на Вольском защищались хорошо, один раз атаковали тоже победы. И третий раз, ну, тут, конечно, будет крайне сложно. Давай другого перса. Ну, надо хотя бы немножко пощупать. Особенно для тех людей, которые будут впервые знакомиться с игрой и получать, как бы, ну, более ценную, целостную картину. Выделывается перед нами Фархим. За это мы ему дадим щита немножко. Так. А как же турельки-то мне здесь ставить? Можно, в принципе, попробовать поставить турельки непосредственно на дне машины. Их там без сплэша практически никак не снять, с одной стороны. С другой стороны, они будут вместе со мной двигаться вперед. Это первый момент. Ну и, в общем-то, последний. Ну и можно еще ставить турели рядом с чекпоинтами, потому что там очень много проходов, дверей, зданий и прочего. Короче, держаться нужно какого-нибудь... Да, и до начала матча обязательно раскидывайте ешкой по каждому. У вас хватает... Турелька там. Ой, все. Я в шоке, дорогая редакция. Что происходит вообще? А! Спокойно. Мы должны доставить. Ой, это ж поворачивающаяся турель. Добро! Но она поворачивается медленнее, чем ты можешь вокруг нее двигаться. Так, на дно. Вот, назад. Соткана из света. Отлично, как на Жигулях присобачил, и так сойдет. Так, щиты накидываем. Так, еще давай куда-нибудь. Вот. Любопытно. А вот это плохо, это я зря сюда пришел вообще. Очень зря, очень. Сейчас хилка откатится. Идем очень хорошо, кстати. Так, давай-ка вот так вот. На колесо. Вообще всегда есть место для турелин. Это, наверное, главный принцип будет симметры. Ой, вот, наверное, лучше с танком не перестреливаться. Что-то мне кажется. Твою ж налево. Там ТП еще откатился. Да, больно. Очень больно. Так, телепорт есть. А если телепорт поставить? Ну, на машине телепорта быстро убьет. На самом деле. Ой, тут как-то слишком палевно ставить. Их тут много. Так, ставим... Макри, щит. Вижу танка впереди. Турель вообще. Да, она стреляет, конечно, шикарным образом. Танк ультует. Устанавливаю систему защиты. Люди пользуются ТП, мы постепенно продвигаемся вперед. У нас 5 минут еще до следующей точки. Времени предостаточно, с текущей динамикой, если будем двигаться, продолжать, то все ок. Закидываем. Ставлю где могу. Оп! Блин, фара как... Ну, я уже говорил в самом начале, что эта карта очень классная для фары. Она фактически может переходить через все вот эти вот... ну, перелетать через все дома. Моя работа не закончена. Поэтому она себя чувствует здесь очень свободно. Ход перекрыт. Все мои турели остались позади. Так, Е... Ставлю турель. Хорошо. Но я очень мало делаю, на самом деле. То есть тут
особо... Так, телепорты ставлю периодически. Турели работают далеко не в полную силу. Накидываю ХП, как, конечно, когда... Моя защита ослабла. Когда получается, но... А, у меня 6 из 6 турелей. То есть они все живы, но находятся где-то сзади. Но ты можешь ставить новые, соответственно, турели. Исчезают, видимо, в обратном порядке. Ну, то есть как раз ненужные уходят и все. Нужно его доставить. Ой, там вдова. Тихо, 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 тихо. Она меня не заметит. Пора, 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 пора. Твою ж налево, ну как так? 7 хитов. Михаил, ставь ТП. Бери ХП. И возвращаемся домой. Ой, и сразу тут, хоп. Воспользовался телепортом. Там турель стоит, надо... Кажется, кто-то зашел там сзади. Этот с ультой. А, у нее, насколько я вижу, 100-100. То есть 100 хп и 100, соответственно, щита. Турель включена. Короче, я уже на базе начинаю на их спамить турельки. Как раз... Обнаружен посторонний. Из расчета, что... Почему стоим? Вперед! Нужно доставить груз! Так, ну давайте все-таки груз, наверное, сначала сопроводим. Груз поехал! Не, надо уже вперед идти. Моя защита ослаблена. Ангел. Опа, 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 опа! На грелку я похож из Старкрафта. Тоже урон возрастает со временем. И, кстати, оружие, кроме того, что оно напоминает портальную пушку, тоже трехлучевое, да? Это чисто грелка из Старкрафта. Тоже маленький рейндж, но возрастающий урон. У меня, к сожалению, нет точных данных относительно того, насколько... Ой, у меня вообще ничего нет уже, все. Ой, а как? А как? А как? А как так? Там ловушки, видимо. Отлично, эта турелька сработала. Турель включена. Класс. Слушай, а если здесь обосноваться? Вот здесь вот они сверху падают, насколько я помню. Готов зажигать. Тихо. Ай-яй-яй-яй-яй! А, снизу подошел. А, это с базы вообще выход? Какого хрена я сюда залез? Буду следовать своему пути. Я как-то увлекся, мне кажется, слишком, нет? Он выходит с базы и видит, как я ставлю ловушки. Я бы тоже... Обнаружен посторонний. Расстроился. У нас меньше минуты осталось, а мы груз не это самое, не протянули дальше. А, я понял. Они так и не... Короче, мы так и не про... Короче, я зафейлил. То есть я думал, что мы до чекпоинта дошли. Это не их база, это их чекпоинт. То есть мы не дошли до чекпоинта, и их оказался ближе, чем я предполагал. Но ошибку вроде мы уже не исправим никак. Потому что 30 секунд, они отвоевывают свободное пространство очень, очень лихо. У нас люди все живые, как, собственно, в общем-то, и у них. Ханзо ультует. Ульта может пролететь через стенки. Да, 11 секунд, конечно. Ну да, да, да. Ничего я тут сделаю. Это ГГшечка. Рвемся, рвемся, рвемся вперед! Ничего себе ворвался. Ну там не я, там меня ангел прикрывал. Это поражение. Ну ладно, в общем... По симметрии. Тоже герой дефенсный, герой контактный, герой, любящий закрытые пространства. И... О, Фархим. Телепорт на телепорт можно сделать? Любопытно. О-хо-хо, троих собрал почти. Еще сейчас ультануть можно. Да, ой, хорош. Ё-моё, это минус 4. Вот это красиво было, очень красиво.
Давайте больше. Кому там? Там ангела чужого плюсует. Ну, басы. Фархим пекой закатился в чатик еще. Ладно, хорошо. Следующий герой какой? Кого брать следующим? Надо его, наверное, забрать. А его здесь уже нет. Так, давайте-ка попробуем ультануть, наверное. Нет, нет, нет. Я не хочу ради одного ультовать, хотя тут их уже двое. Иду помогать. Ха-ха-ха, минус два ультой. Спас трейсер. Хорошо, захватили точку.